Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Вы меня просили рассмотреть судьбу хабарницы из Хмельницкого, которая прославилась тем, что выбрасывала чемоданы с полмиллионом долларов в окошко. Татьяна Крупа. Ну что получается? В общем, я так понимаю, история этого дела выписывала она фальшивые справки про инвалидность, там, о состоянии здоровья, которые давали право на отсрочку, да, чтобы не служили. И насобирала там полные чемоданы, в общем. Когда постучали в дверь, давайте чемоданы выбрасывать в окно. Ну, уже хоть бы эту криптовалюту покупала, что ли. Видите, нет, видимо, опыта. Тут раз, знаете, как вот привалила ее деньгами, не знала, что с ними делать, как распорядиться. Бедолага. Крупа. Ну что, интересный такой расклад. Я тут сделала расклад. Сейчас попробуем проанализировать. Потом сделаем еще вместе с вами, да, потому что, ну вот, интересно же. Да, кстати, кто еще не видел, случайно вам не пришло оповещение, я вам предлагаю зайти на канал и прослушать поздравительную песенку для сегодняшнего именинника, да, международного террориста и преступника. Ой. Так, давайте продолжим, попробуем все-таки разобраться с этой леди, да, леди Хабарница Татьяна. Ну, из справедливого все-таки в конце расклада я обратила внимание на колоду и увидела башню. Это о неких разрушениях в жизни, да, Татьяны. Но есть нюансы, как всегда. Такая, знаете, такая ситуация. Вот падает в новых дорогах императрица и четверка мечей. Я вот думаю, а не захворает ли наша Татьяна случайно для собственного спасения? Знаете, ну вдруг неожиданно объявится у нее инсульт левой пятки. Или, ну, не знаю, знаете, она может проконсультироваться у всем известной там Юлии Володимировны, да, которая Юля, которая благополучно проболела. Ну вот, понимаете, как бы карта бездействия, да, вот четверка мечей, ну как бы это может быть болезнь, больница, все что угодно, может быть, да, может ли это быть заключение, может быть заключение, но оно, смотрите, по императрице, поэтому есть сомнительный момент относительно заключения, что ж это за такое заключение, которое по императрице, это больше как, я вот думаю, может болезнь, да, но неожиданно прихворает дама. Но, конечно, такие же переживания за миллионы. Любой заболеет. Такая тут ситуация, понимаете, непростая. Так, что же падает еще у нашей, у Хмельницкой-то, Хмельницкой. Давайте не будем нашей говорить, у Хмельницкой Татьяны Крупы. Так, ну что, попытка уйти к другим берегам. Попытка уйти к другим берегам и как-то порешать вопросы. Висит у нее подвешенный в собственном доме. Может ли это быть домашний арест? Ну, может быть. Но здесь, понимаете, либо это арест временный, да, вот по подвешенному, а потом она с этого ареста может в больнице, например, оказаться. Либо это домашний арест, да, потому как это подвешенный в собственном доме все-таки. Может ли это быть прям тюрьма-тюрьма? Вот это как мы с вами на этого, на собственника телеграмма, помните, тоже были такие карты в собственном доме. Я вам говорила, ну прям на тюрьму не очень-то похоже. Так и случилось, он тебе в прекрасном особняке где-то там, типа домашний арест, да, у него так и пребывает себе во Франции, прекрасно проводит время.
Вот у этой мадам может быть что-то подобное. Есть явно у нее подвешенный в собственном доме. Ну, так скажем, из Украины она не выйдет. Вот, но будет либо она в собственном доме, либо, ну, не совсем сказать, что прям тюрьма-тюрьма. Не думаю, не очень на тюрьму похоже. Но из этой тюрьмы она будет искать выход через короля Пентаклей, через Иерофанта, через, видимо, каких-то людей вышестоящих. Но тут разочарование, понимаете? Видать, меняется ситуация, и вот ее это как бы семья, то есть как бы поймите правильно, не факт, что это прям семья, там муж, брат, сват, а некая семья, может быть, организация, да, какая-то, не знаю, она все-таки к ней весьма ударственно настроена и конфликтно настроена, и совсем не будет настроена ей помогать, если честно. Королева какая-то из мира, из-за границы. То ли с судом, то ли с наказанием для нее. Причем, знаете, королева, она вот не украинская, похоже. Ну, вот я вам сейчас мир не буду показывать, то опять начнется. Но эта королева, она, знаете, как осуждающая по миру мечевая. Похоже, что не получится выпутаться у мадам Татьяны. Единственное, что, возможно, поняв, что просто так спастись, выехать из Украины не получится, возможно, закосит под некую болезнь. Вот это, этот вариант есть, потому что, вот прям, знаете, в новых дорогах как-то такое ощущение спасения через четверку мечей. Ну, давайте попробуем еще вместе с вами. Давайте вот я другую колоду. Давайте прямым текстом спросим, будет ли она осуждена. Будет ли у нее приговор, да, судебный. Давайте, Татьяна Крупа, получишь ли ты судебный приговор. Вы же понимаете, какое там дело? Там же просто огромное количество людей в списке, которые с этими купленными справками, и все это будут распутывать этот клубок. Деньги она ж не брала только себе, она же кому-то отдавала, похоже, некому Иерофанту, с кем-то делилась. То есть там дело такое, она за собой потянет еще некую семью, и эта семья, видимо, будет отрубать веревочки. Так, Татьяна, ответишь ли ты по закону, будет ли вынесен приговор? Ответишь ли ты по закону? Ну вот, идет работа. Активная очень. Это какое-то активное дело будет. Прямо по тузу жезлов, по рыцарю. Знаете, прям вот активно. Удары будет получать. Ну, помощь ей все равно падает. Кто-то ей скинется. Ну, падает. Вот, ну, в новых дорогах помощь. Будешь ли ты осуждена? Найдется. Может, какой-то коллектив на поруки возьмет, не знаю. Но найдется, кому помочь. Вот, как ни странно, да? Ну, вот башня. Башня у нее падает все равно. Башня, знаете, как в собственной семье. Вот как свои же откажутся. Знаете, вот такая бывает ситуация, когда свои же тебя и бьют. Свои же от тебя отказываются. Может, это в прямом смысле и с ее семьей. Будет ли осуждена, получишь ли срок. Вот смотрите, страшный суд у него падает. Падает по жрице и падает по пятерке мечей. То есть приговор будет, скорее всего, похоже. Но я не удивлюсь, если он будет, ну, например, дело может быть по жрице закрытым, ударственным, но сама мадам, например, может пойти на сделку с органами, поскольку есть такой нюанс, знаете, 9 жезлов. Но смотрите, от нее отказывается ее семья или какая-то организация, отказывается ее те, кто крышуют, и она может пойти на сделку с органами, потому что 9 жезлов.
прям может. А потом, видите, все равно по жрице суд, то есть, возможно, закрытый какой-то суд, ударственный по пятерке, но, наверное, это меньше срок, чем мог бы быть. Может быть, действительно, знаете, как содействие органам и все такое. Будешь ли сидеть? А потом, ну, видите, вопрос, будешь ли сидеть? Все, ну, влюбленные, понимаете, да? Это какой-то компромисс. Какой-то компромисс. Ну, вот, смотрите, по правосудию. Угу. Хлопоты, хлопоты. Отшельник. Ну, говорю, как бы это ни закосило, понимаете, под какую-то... Побудет-побудет, пока суд да дело, да, вот это все. А потом, может быть, как-то, да, по отшельнику, понимаете? Какая-то, может, и изоляция, но... Вот что-то как-то вот в колонии прям, в колонии, которая вот где-то она сидит и шьет, например, там, форму, для ЗСУ, да, или там еще какую-то робу, я вот ее как-то так не очень вижу. Такое ощущение, что все равно какой-то компромисс, какое-то решение, какой-то... Хоть для нее это все равно 10 мечей, для нее это большие удары. Тут такие ударственные карты, 10 мечей, двойка мечей, отшельник. Но все равно как-то вот нет ощущения, знаете, бутсюгарни, нет этого ощущения. А какой-то ищу выход из ситуации. Хотя и вот и суд падает, только видите, какой он суд, пожрится. То есть я бы не сказала, что она просто отмажется, поделится деньгами, это не про это немножко, это другая ситуация. Это скорее действительно будет реальное дело. Тут очень много, знаете, как карт движения, энергии, очень много жезлов, колесницы. То есть все говорит о том, что это дело будут раскручивать, это долгая история такая. И, видимо, не дождавшись той помощи, на которую она рассчитывала, все равно ей придется идти на сотрудничество какое-то. Ой. И исходя из этого, приговор может быть более мягким, с какими-то вариантами. Что-то такое. Ну и как вариант для смягчения вот этой своей участи, она может сыграть... Ну, либо действительно заболеть, не исключено, может, действительно заболеет. Либо сыграть в некую пациентку. Тоже не удивлюсь. Но тут все равно бьет ее не слабо. Башня у нее 10 мечей, не очень тяжелые карты. Правосудие падает так или иначе. Тут, знаете, тут та история, что если суд не вынесет полный приговор, то она его так или иначе все равно выгребет. Выгребет в собственной семье. Ну, вот в собственной семье может у нее быть некий удар кармический. Такая вот история. История. Ведь деньги счастья не приносят все-таки, да? Все-таки не приносят. Люблю, целую.